Жми лайк, если ждешь игрушку Devil May Cry на Android, и мы глянем, сколько нас. Привет, ребят, с вами Илья, и сегодня мы продолжаем искать годные проекты на наши Android-девайсы. У меня на самом деле офигенные новости, ведь появилась страничка для игрушки Devil May Cry Mobile, и релиз все ближе и еще раз ближе. Сейчас на самом деле вовсю уже идет регистрация на участие в бета-тестировании, и я, конечно же, рекомендую вам подать заявку. Сделать это можно по ссылке из описания, если вы заявочку оставляете, то потом получите кучу игровых плюшек в самой игре при релизе. Напоминаю, что ранняя регистрация уже была в магазине Тап-Тап, и теперь есть такой отдельный сайт, пусть и на китайском языке. В любом случае, игру на самом деле очень ждем и надеюсь, что скоро уже оценим, и на самом деле радует, что появилась хоть какая-то свежая информация. Также, кстати, еще появился такой небольшой ролик по игре, который также подогревает наш с вами интерес. Вообще, игра, я думаю, в представлении не нуждается, многие ее знают, поэтому будет здорово увидеть такой шикарный проект на телефоне. В общем, как только что-то еще появится, я, конечно же, дам вам знать, так что подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. Ну а так будем на сегодня прощаться, до скорых встреч и пока.